Да, в итоге не очень удачно положение дел, но только первый раунд пока, да, не получилось взять пистолетку, тем не менее, еще форс можно перевернуть. Ну вот смотри, здесь очень хорошие девайсы вообще у Valiant, есть сразу М30-ка, с которой можно хорошо зажать, будет close дистанции. Тем более оппонентов нет армора, поэтому летний идет сейчас сразу в агрессию с юмпом, замечает оппонента на скале, очень жестко по нему попадает, и это хорошо. Там ХЕ залетело, чуть не похоронило всю команду, вообще кошмарное начало для них. Но могут попробовать где-нибудь в других местах просочиться, в частности, Девадуг пытается проломить хотя бы винты, но тут же отрезают его смоком и не получается. Алекс тоже разобрали почти моментально и остаются уже вчетвером. Ну вот отсутствие арморов не дает здесь LDLC как-то развязать свои руки, они теряют жизнь, теряют здоровье, можно назвать это как угодно. Но и в принципе, Valiant не идут на какую-то агрессию, они играют довольно-таки пассивно, да, Эмми получил по каске, но все равно у него есть один килл, и это хорошо. Продолжают сохранять самое главное жизни и девайсы команда Valiant сейчас. И это может сработать. Тевадок также погибает следом, но неожиданный выход от Туану. И это хотя бы какой-то фраг. Но там еще можно с гаражом постреляться. В итоге не получается. Импульс вместе со своим тиммейтом. Раунд заканчивает. LDLC сейчас будут закупаться. У них есть деньги на девайсы, на те самые АК-47, которые могут просто уничтожить сейчас команду Valiant. Но вот отсутствие гранат в какой-то момент послужит проблемам. Это, конечно, да, здесь может ударить в какой-то степени, по крайней мере, да, на более комфортный выход, но давай посмотрим, все же калаши страшная сила, и даже с ними можно и без гранат попробовать ворваться. Ну, решили по улице пройти, всего один смог есть, и уже файт на улице начинается, здесь просто ничего не боясь, LDLC бегут, там под КТ еще и Хантер есть в мейне, поэтому можно спокойно забирать импульсы здесь. Алекс пробует постреляться, но пока неудачное положение для Логана. Но, тем не менее, Алекс оказался проворнее и импульс забрал хотя бы за собой. 4 на 4. Ну вот Хантер изначально сначала выходил в мейн, сейчас решил сыграть более пассивно из-под секрета. LDLC сбавили свой темп, они могут спокойно проходить под секрет, но, видимо, хотят зайти как-то под девятку, возможно, зачистить полностью точку А. ВДВ тоже не подставляется, Туана ждет агрессии. Но LDLC играет очень академически. Алекс, перестрелка с летней. Там у летней есть еще тиммейт, который подставляется. Джейзар падает. Даже может уйти и... Ну, просто заканчиваются патроны, да. Как неудачно, но подмога была. В итоге разбираются с летним. Остаются лишь два игрока. Ну вот здесь, на самом деле, ДВДВЭК может сейчас еще и забрать одного Эми, но Эми слишком далеко заходит. Все-таки ДВДВЭК прочекал спину. И последний Хантер. Одного с другим осыпаются, да, хотя смотри, неплохо, как вроде бы бомбу выбил, но тут же опять была еще одна дружественная рука, в итоге разобрали без проблем всех. Ну, подфармили немного денег, в принципе, здесь может импульс позволить снайперскую винтовку, она здесь излишней, не будет даже без армора, но я думаю, они не будут закупаться, потому что, а нет, смотри, все-таки импульс покупает себе АВП, все остальные ребята докупают девайсы. Это юмп, вот что возьмет летний. Летний просто с СЗ-шкой, но все равно это не проблема, потому что это пистолет-автомат, так скажем, правда, с отсутствием патрон. Это может стать проблемой. Действительно, здесь решили сделать ставку на четвертый раунд, и если они его не потащат, будут серьезные неприятности. Ну и пока решили про улицу, действительно, опять же, пробежаться, и уже занимают секрет. Ну вот это уже действительно большой прогресс, потому что здесь стена смоков позволила им зайти по точку Б. Там есть один напарник, который сейчас как раз таки должен работать на максимум. Джейзар из-под вилки, из-под рампы тоже должен подключаться. Идет с импом, но здесь его просто ждут. Он может оказаться вне тайминга, но Хантер дает первый минус. Джейзар тоже подключается, идет давить с этим импом. Алекс его не ждет, кроссфайр попадает, но успевает забирать летние. Большие проблемы с ним заканчиваются, просто ресурсы. Уже Джейзар его также открыли, он понимает, где находится. И просто попытка выйти хотя бы под флешку, но не получается. Туан, тем не менее, сражаться дальше не стал. Однако импульс уже одного с другим вырезает, и последнего также добивает именно он. Вот она, АВП. Слишком большая скорость от LDLC не позволила им полностью все прочекать. Они слишком быстро вышли на этот бэплэн, поторопились, и Хантер хорошо сыграл. В принципе, вся команда Valiant правильно сделала акцент на снайперскую винтовку, потому что импульс в предыдущем раунде дал даблкил, и вообще этот парень пока что имеет 7 фрагов в своей статистике. Действительно идет очень неплохо. Ну а вы, друзья, пока не забывайте, что на наших трансляциях, помимо просмотра интересного Counter-Strike, вы можете вылавливать скины на Counter-Strike и на Dota 2. Все, что нужно сделать, это пройти в описании. А тут уже прошли на рампы и забрали Джейзара. Ну вот опять эта скорость действительно большая от LDLC, от французского коллектива Impulse. Не попытается кого-нибудь не пропустить на эти рампы, но пока что под него никто не подставляется. А вот Эми включается в перестрелки, правда, просел по ХП, у него всего 2 остается. Его хотят задавить, его хотят просто здесь съесть, но он...
перетягивается в поле в свою позицию. Успел переключиться, а там же Хантер вновь находит голову Логана и закрывает. Самая интенсивная бомба под ним, однако пока он там откидывал смоки, его уже нашили. И есть минус, есть инфа, можно попытаться поставить бомбу. Но вот отсутствие ХП у Эми может послужить проблемами, но Эми с АВП, поэтому не страшно. Граната по Доманеку, но там 79 ХП, он не подлетит. У него 33 остается в итоге после этой осколочной гранаты. Будет обрываться. Есть первый фраг просто на развороте. Вместе с Эми забирает второго. Вот я подумал, вроде бомбы не получается. Находят его и здесь. И есть дефьюз киты. И пока не идет у команды LDLC совершенно их раунды. Ну вот знаешь, как бы темп идет, бомбу поставили сейчас, в принципе. Так, да. Будет еще один экономический. Вот скорость есть, но нет развития событий. Они как-то слишком быстро, необдуманно занимают позиции. Потом не знают, куда им просто вставать так, чтобы их Valiant не отстреливали. Здесь действительно складывается для них все как-то совсем сумбурно. Но посмотрим. Один раунд потерпят, дальше пойдет чуть получше. Все еще только начало. А далее может, опять же, все многократно измениться. Но учитывая то, что они играют за слабую сторону на карте Денюк, это да, это действительно так. А здесь Хантер просто вместе с Эми начинают делать отличные фраги. Но ДВ2К разменивает это меньшинство за LDLC. Тут Эми просто не прощает, никого не пропускают вообще в эти скрики. Но Логан успел поставить бомбу. И это раунд 4 в 0. Ну хорошо, потеряли одного Хантера, но Хантер был с МП-9, поэтому это не страшно. Небольшие такие потери. Ну да, интересное решение, действительно, нашумели на точке А, и в итоге успел просочиться один игрок, поставить бомбу и дать какой-то буст по деньгам. Теперь будет более комфортный бай на 8-й раунд. Но... На 7-й, все верно. Сейчас нужна АВП. Нужна АВП, берется тайм-аут. Скорее всего, этот тайм-аут как раз-таки взяла команда LDLC, потому что нужно немножко... выдохнуть и избавить темп, как мне кажется. Слишком быстро проходят раунды для Valiant. Нам показывают общую статистику сейчас. Мы видим то, что не все игроки еще включились. Логан, Туану. Есть, конечно, некоторые сложности, но ничего с этим не поделаешь. Так это все и делается. Тем не менее, они показывали, что могут возвращаться. Первые старты 5 раундов смазали, ничего страшного. Дальше дела пойдут получше. И вот сейчас, если они действительно хорошо для себя нашифруют, тогда команда Valiant может быть не готова. Ну вот знаешь, вот эти вот раунды через улицу у них получались, они хорошо, в принципе, заходили. Это тот самый первый раунд, который они взяли. Они вырубили гараж, они вырубили потом мейн. У них это получилось. Возможно, сейчас стоит еще больше работать над улицей, нежели чем просто бежать в этот секрет и как-то сплитовать точку А с двух сторон. То есть оставлять люркеров в будке, чтобы тот тоже проявлял какую-то активность, чтобы на себя стягивал внимание. Возможно, сейчас пересмотрят вот эти все свои тактики, все статистики, посмотрят в блокнотик, как это многие игроки. Тренер может что-нибудь подскажет, действительно. Это тоже вариант исключать не стоит. Но так или иначе, есть в этом определенный смысл, и чуть более медленные раунды могут сыграть им на руку. Возможно, в этом какая-то проблема, но пока непонятно все же, что именно мешает им забирать раунды. Вообще, мне игра LDLC напоминает какую-то игру наших СНГ-коллективов, когда все просто происходит максимально быстро, когда ничего не понимают. Это можно сравнивать с командой просто со Спиритами, хотя Спирит в последнее время тоже перестроились. Они решили играть, так скажем, по-европейски, по европейскому стандарту, с растяжными раундами. Но посмотрим, у нас новый раунд. Раунд под номером 7. У Туана появляется АВП с первым армором. Нету раскида. Да, это печально, но это снайперская винтовка, это снайпер команды, поэтому ему здесь должно быть вообще без проблем. Все. Здесь же Джейзар вновь попытался остановить кого-нибудь на выходах с рампов, но никто-то не пошел. Вот тот самый холд. Просто стоят фактически на старте. Фактически даже все они там вместе собрались и ждут. Ждут более комфортного тайминга. Ну вот знаешь, разбитие стекол показывает то, что возможно будет готовиться какая-то раскидка. Здесь Туана просматривает выход из-под секрета. Хорошая позиция у него, но под него никто тоже не подставляется. Максимальный холд действительно от LDLC. Они ждут ошибок. Ошибка от Хантера могла быть сейчас, но вовремя закрылся. Еще граната. И хаешку очень неплохую откинул. Логан там действительно пострадал очень сильно. Поэтому все пока работает по плану команды Valiant. Они все живы-здоровы, а в ответ LDLC уже пострадали слегка. Но пока что, знаешь, здесь LDLC нужно занимать что-то, потому что они уже целую минуту практически стоят у себя на спауне, они никуда не продвинулись, нужно двигаться. Хантер вновь у нас из-под мейна просматривает две позиции, у него есть тиммейт на саппорте, полетели гранаты на улицу. Ну и Алекс вместе с тиммейтами должен сейчас заходить. Посмотрим, попытка просто пронашивать эти самые смоги, ведь даже неплохая, Логан чуть было не похоронили, тем не менее. Пока живет и проходит далее. Попробую через ангар выключиться, и здесь импульс. Если смог его найти, но не успел среагировать, Логан, хедшот. Но там еще есть по девятке.
открывается, летний тоже просто забирает Алекс. Это изи практически для LDLC, нужно еще пройти Джейзара. Джейзар тоже из-под колпы, его здесь могут не ждать, но он слышит всех, он понимает, что есть игрок на девятке. Также слышит Алекса. Хантер у нас возле вентиляции пропускает одного, но есть тиммейты, которые спасают раунд. И в итоге уже три размена есть, однако не срабатывает. Деводок успел сделать фраг, Джейзар последний против двоих, ставится бомба. Тут же молотов пытается стоить, и не получается у Джейзара, увы, остаются буквально на 15 единицах здоровья на двоих, но все равно выигрывают этот раунд. Ну, слишком как-то здесь Вэлиансы подставились, как-то неграмотно. Да, Хантер пропустил изначально девятку, но потом забрал выходящего оппонента с мейна. Но не повезло здесь действительно позиционно Вэлиансам. Просто позиционно. Напоминает как раз-таки коэффициенты, то, что команда Valiance является аутсайдерами данного Best of 3 противостояния. Достаточно мощным, 1-3, считаю, здесь позиции. Действительно, не так уж и много народа в них верит, но здесь у них пока еще есть шанс изменить положение дел. Вновь не хватило денег на девайсы, и давай посмотрим, удастся ли им сохранить теперь положение дел. Ну все, LDLC действительно полностью поменяли свою тактику, они теперь не бегут на пролом, так скажем. Они играют просто от минуса, играют от холда. Хантер, вот он так и хочет зайти в эти двери, я там прям чувствую это, знаешь, чтобы зайти и дать минусы своего юмпа, но дисциплина. Да, нужно ждать выходов со стороны уже LDLC каких-то, либо какую-то информацию от своих товарищей, и только тогда уже можно действовать будет. Тем же временем LDLC не торопится, бомбу вообще дропнули и просто ждут вновь каких-либо выходов. Ну вот нужно проходить по улице, Алекс уже потихоньку начинает передвигаться первым номером, его там никто не ждет, и ни из-под девятки, ни из-под чего здесь сделали Вэлиансы акцент на рампу, там двойка укрепила ее, Алекса все-таки запустили в этот секрет рум уже по точку Б, здесь импульс должен с вилки тоже будет перетягиваться, ага, АДВДВЭК на радио. Пока никто никого не видит, да, действительно, по-прежнему информации никакой нету, хотя может действительно уже попытаться где-нибудь выйти, и девайс-то можно засветить. Тогда сможет импульс реагировать. Ну вот знаешь, уже зашли под Б-план игроки команды LDLC. Здесь импульс тоже начинает свичиться на даблдорс. Заметил ногу своего оппонента. Ой, все, спалился. Зажигательная под ноги, но она вообще никакая. Джейзар тоже должен включаться под ним. Прям ходит оппонент. Это Логан, там еще и Алекс. Просто можно сделать даблкил. Он слышит, но не понимает, возможно, где ходят его оппоненты. Есть минус от Эми. Джейзар тоже подключается. Есть еще двойка под ним. Джейзар начинает топить. Но патроны кончаются. 5 патронов, и его просто минусуют. Слишком неудачный выход. В итоге втроем против двоих остаются. Однако здоровья, в принципе, хватает. Тут же еще один минус. То Уалну не обращает. Но врывается Хандер с АВП. Подобранным еще один минус. Но слышит звук установки бомбы. Берет пистолет и пошел воевать. Но есть минус. Ну вот Хантер слишком прям агрессивно сыграл, но эта агрессия действительно была оправдана. Ни в коем образом не подвел он свою команду здесь, подобрав АВП своего тиммейта. Хантер не является снайпером команды. Не то, что подобрал, он еще и 3 минуса с нее сделал, да, с этого АВП. Просто кошмар для LDLC, они такого явно не ожидали. И это отличный 6-й раунд для команды Valiance. Они сохранили возможность закупаться, и даже берется тайм-аут для LDLC, чтобы понять, что же делать далее. Ну вот здесь, знаешь, здесь больше каких-то скилловых моментов от Valiance. Да, LDLC пытаются играть тактиками, LDLC пытаются играть какими-то определенными аспектами, то есть отталкиваясь не только от своей стрельбы, а Valiance, они больше отталкиваются от стрельбы. Ну, в этом есть определенный смысл, потому что пока все работает. Ну, действительно, так сейчас... Почему бы и нет? Но понимаешь, это такие сольные игроки, которые сейчас вытаскивают раунды у Valiance. Если все-таки LDLC начнут тоже включаться, не факт, что эти игроки смогут как-то в дальнейшем вытянуть все раунды. Ну, так или иначе, нужно отыгрывать от того, в чем у тебя получается лучше всего. И пока Valiance на этом едут. Как далеко они на этом едут, другой вопрос. Ну, уже есть шестерка в защите, то есть сильная сторона, почему бы и нет? То есть все хорошо сейчас идет, что у одних, что у других. 2 раунда, да, в атаке это мало, но можно брать лузовый минимум, то есть 4-5 раундов возьмут больше для них, еще лучше будет в защите. Конечно, это тоже не стоит списывать со счетов, поэтому так рано LDLC хранить не стоит, они наверняка что-нибудь заготовили. Да если даже на защите не получится, то очень тяжелое. Все же это их пик, я напомню, да, поэтому они что-то готовят, что-то знают. Ну да, вторая карта Демираж, это пик команды Valiance. Ну вот здесь, знаешь, здесь я как бы поспорил бы, слишком дефолтная карта для вообще для LDLC, они ее тоже хорошо играют. То есть она проблема тоже есть их в мап-вете, так скажем. То есть та карта, на которой они тоже стабильны. Поэтому, не знаю, я ожидал здесь, например, Трейн на третьем месте. Я бы, например, не знаю, Трейн поставил бы на второе место, а Мираж третью, дефолтную на третье. Вот решили сделать так, все же более спокойно отыграть. Возможно, надеялись на то, что у Нюк получится у них тоже как-нибудь поболее комфортно сработать. И пока, в принципе, идет. Но, действительно, Мираж, делать на него ставку как на свой пик, это весьма рискованное решение. Ну, там должно быть все просто идеально. Все выходы, так знаешь, отточены прям на 100%, без никаких вот
поблажек, потому что LDLC в любом случае прощать не будут. Да, тут никакого равного вообще-то быть не должно, потому что как только вы где-нибудь немножко потеряете экономическое положение дел, да, сломают вам экономику, то вас уже LDLC не выпустят. Ну, пока все комфортно действительно идет, они не должны расслабляться. 6 раундов, как я ранее сказал, это просто идеально для них. Это хороший старт, все игроки мотивированы, все игроки просто на позитиве играют. Хантер нам только что это продемонстрировал, поэтому я не думаю, что здесь Вейленсы будут расслабляться. Вопрос к LDLC, когда они будут возвращаться? Да, но пока еще даже не больше половины.